Первый раз в какой первый класс сегодня стартовала приемная кампания в образовательные учреждения региона? Родителям будущих первоклассников нужно выбрать школу и успеть подать документы. О том, как проходит зачисление, расскажет Ксения Петренко. Елена собрала все необходимые документы и с утра пошла в школу возле дома. Нужно записать младшую дочь Викторию в первый класс. Их семья имеет приоритетное право зачисления, так как старший ребенок уже учится в 217-й школе. Старший сын у нас ходит в эту школу, уже заканчивает 4-й класс. Нам здесь очень нравится, очень хорошая школа. Вообще довольны. И младшего решили сюда же? Да, и младшую дочку, конечно же, решили сюда определить, потому что школа замечательная. Южно-Чемской жилмассив – один из самых густонаселенных в Новосибирске. Территория активно застраивается, прирастает новыми жителями. В этом году желающих попасть в 217-ю школу много. Для комфорта родителей принимать их начали уже в 7:45 утра, на час раньше заявленного. В школе 217 каникулы специально передвинули для того, чтобы занятия не мешали приемной кампании. Поэтому сейчас здесь только взрослые, детей нет. Кроме того, все учителя задействованы в приеме документов. В приемной комиссии непрерывно работает 10 окон. Потоки родителей разделены. Часть ожидает в холле, другие переходят в зал. Это сделали для того, чтобы минимизировать ожидания. За 2 часа работы приняли почти 100 человек. Мы ставим где-то для себя порядка 150 человек прием, но максимально ресурсы изыскиваем, поэтому можем и не ограничиться этой цифрой. Все будет зависеть от того, каким образом мы сможем перестроить некоторые помещения для увеличения количества посадочных мест. Тех, кто не попадает в желаемую школу, будут распределять в образовательные организации поблизости. Если родители хотят направить ребенка в школу не по прописке, их заявки будут рассматривать 6 июля. Кстати, подать документы можно и в электронном виде. Соответствующий раздел на портале госуслуг начал работать еще в 12 часов ночи. Всего в Новосибирской области в этом году в первые классы пойдет около 40 тысяч ребят. Ксения Петренко, Андрей Дулепов, новости ОТС.